Дорогие друзья, всем добрый день. Я продолжаю свою серию роликов, где я пою Бадли на 500 кубка. У меня уже 460 трофеев. Я решил реально не гнаться за скоростью, а делать все по чуть-чуть, но качественно. То есть по чуть-чуть апать, подниматься, не ловить тильт, не гнаться там за банками, за агрессивной атакой, да. Все делать аккуратно, размеренно. И, в принципе, пока иду неплохо. Надеюсь, в этом ролике не залажаю. Ну и вообще, сейчас такая карта. Возможно, кому-то будет полезным, интересным посмотреть, как тут апать метателя. Потому что тут есть своего рода контр-юнит. Юниты и мета тут какая-то ненормальная. Тут очень много леонов, что очень сильно плохо для Бадли. Потому что если леон набьет ульту, это ГГВП вообще. Я не знаю, с какой стороны он подойдет. А спонсором этого ролика является компания 1xBet. Если ты увлекаешься спортом или киберспортом, то у них этого добра хватает. У них большие коэффициенты, быстрые выплаты, а также по моему личному промокоду ты получишь еще больше бонусов. Вся полезная информация в описании и в закрепе в комментах. Вот, ну и так как у меня тут один бой получился очень интересным, я вам хочу сейчас показать, после этого пойдем в бой. Вот если будет подбираться вот такая вот комба, где будет много метателей, мы сможем с ними затимиться, это будет весело. На самом деле в этом режиме тут робот. Ну, для Бадли робот это плохо, то есть потому что он его в соло не убивает, как Шелли, как Примат, как Бул, к примеру, да? Соответственно, если на вас агрится робот, это что-то будет... Не по-вашему, то есть это будет реально плохо. Все зависит, конечно, от того, с кем вы в тиме и как вы контролируете дистанцию. Но мне тут повезло. Мне тут повезло, вот начало поединка, я вам сейчас покажу. Но дальше это просто был вообще лютый какой-то замес. Прям чрезвычайное избиение робота было. Сейчас покажу. Вот это Леон, вот это язва, блин, ходячая. 6 банок, вот ему повезло, что он выжил. Вот он, смотрите, выжил, видите, на лоу хп, короче, ему повезло. И тут вот мы, короче, скинтовались уже с пацанами, и вышел осадный робот, или как его там. И мы просто толпой, это так круто. То есть, если бы в соло, да, Барли, то это все, это ГГ для него, то есть его реально убьют. А мы тут толпой, знаете, как первобытные люди мамонта просто забивали. Это было очень эпично. Вот сейчас, смотрите, ресается второй робот, мы его сейчас гасим толпой. Просто посмотрите сейчас, какой пойдет фарм. Чекайте, сейчас смотрите, вот второго робота гасим толпой. И, по-моему, я собрал эти баночки. Две взял я, а один взял, да, вот. И сейчас еще один робот, смотрите, появится. У нас 4 метателя, и вот смотрите, еще один робот. Мы сейчас начинаем сразу заранее закидывать баночками. И просто все, смотрите, бах, и нету робота. Это, ну, мне понравилось, это очень забавно. Надеюсь, сейчас повторим мы подобное в онлайне. Вот, ну и короче, тут меня жадность погубила. Как говорится, жадность фрая разгубила. Вот это тот самый момент. Я вам сейчас покажу, я тут мог, кстати, взять второе место, как минимум. Вот это для Леона прям вообще жара. Смотрите, 10 банок у Леона, и он погибает. И тут вот, смотрите, меня, наверное, губит жадность. Я бегу за банками, естественно, они выбирают меня убить. Ну, очевидно, кого же еще убивать, у меня слишком много банок. Я там с трудом выжил, ну а дальше меня добили. Ну все, короче, так вот катка и закончилась. В общем, интересно, реально очень интересно. Хочу сейчас попробовать, короче, в онлайне это все повторить. Надеюсь, метатели мне подберутся, потому что даже с ними будет не только проще робота убивать, а и в целом мне апать кубки будет проще. Так, давайте вот так вот поп-фильтр, потому что я в одном из роликов заметил, что сильно в микрофон говорю. Вот так вот, чтобы меня контролировать. Так, начало ужасное. Без банок я вообще... Не знаю, давайте Дэрила буду мочить потихонечку, хотя бы ульту набивать. Так, ну давайте тут нанесем урон какой-то Поко. Так, нанесли какой-то урон Поко, в принципе можно Поко забрать, все. Надеюсь, он меня не убьет. Так, хорошо. Есть, добили, забирай, это твоя заслуга, забирай, забирай ты. Я тебе отдаю, давай будем почать. Ой, робот, только не на меня. Нет, только не на меня. Все, я ушел, отлично. Ой, Дэрил там с ультой, надо уходить. Так. Блин, походу сейчас динамайку ГГВП будет. Давайте я использую ульту, потому что мне реально очень страшно. Оп, хорошо. Я собрал. Нет, Фрэнка убьем, не хочу с Фрэнком тимиться. Забирай, все, отлично, нас... О, вот они, пацаны, вот она наша братва, все, сейчас будем просто толпой. О, смотрите, сейчас появится робот, и что мы с ним просто сделаем? Да мы его сейчас на куски мяса растащим, смотрите. Вот, все, полетели просто, он не успевает доходить, как умирает. Круто,
Круто, мне это нравится, реально весело играть. Я что-то скептически относился к Бадли на этой карте, но оказалось даже очень неплохо. Все, у меня 6 банок, я себя чувствую уверенно, жалко ульты нету, конечно. Вот, ну сейчас набьем ульту. 7 бойцов еще, так, самое главное, чтобы Леона не было нигде. А вот и Леон, ну я имею в виду в стелсе, так Леон нам не страшен. Не страшен, не страшен нам серый волк. Так, сейчас мы вообще забросаем и робота, и всех... Вообще просто, что происходит, блин, бомба. Давайте все, закидываем робота. Блин, сейчас кто-то будет крысить, отвечаю, сейчас кто-то будет крысить. Сейчас кто-то будет крысить. Так. Все, отлично. Так. Так. Так, хорошо. Неплохо. Да я и убью тебя. Будет обидно, если я ему проиграю. Все, отлично. Топ-2, слушайте, неплохо. Неплохо. Плюс 6 кубков. Замечательно. Я сейчас немножко такой сероватый, красненький. Если я просто включу свет, то я могу быть вообще мега-супер красным. Поэтому, ну, днем у меня всегда освещение такое хромает немножечко. Потому что надо делать темно в комнате, а тут свет делать больше. Но у меня не получается, блин, это сделать. Поэтому днем у меня вебка такое себе. Ну, в принципе, вот так вот без света более-менее. Не так уж сильно и краснею. Плюс сколько? 6 кубков, да, было? Так, отлично, я вижу динамайка. Так, тут же никого нету. Тут же никто не респавнится, господи, сейчас не будет. Минус 7, блин. Какой же я... Я клянусь, я не думал, что там кто-то... Не, я предполагал, но... Обидно, как же это обидно. Как же это обидно, еще так резко вылетел он. Я думал, что все, ну, справа динамайк, снизу я, типа все, никого не будет. Так, тут у нас ПМ, да? ПМ. Я знаю, что она со мной затимилась. Все, я одну банку взял, а вторую отдаю. Все, я просто, я ей не доверяю, ребята. Я-то могу с ней затимиться, но я ей не доверяю. Она меня может закрысить. А я ее мгновенно закрысить не смогу. Печально, ребята, печально, конечно. Предыдущая катка, это вообще было не по скиллу. Это было не по скиллу, это было прям анскильно. Вот так вот проигрывать. Ну, я теперь буду знать, что там еще кто-то ресается. Точнее, респавнится. Так, сейчас мы вот... Слушайте, смотрите, сколько боксов. Нормально сейчас подфармим. А, крысу, я нашел крысу. Вот крыса. Сейчас закрысим его. Ну, он же тоже крыса. Он просто тоже крыса. Ай. Так, все. Вы же видели, он закрысил Бадли. Поэтому хрен ему, а не честную игру. Вот этого динамайка я бы тоже закрысил. Ты че? Ты че быковать начала? Ты серьезно? Ты вот это уверена, что ты этого хочешь? Если меня сейчас динамайк не закрысит, то мы эту сейчас... Этот вареник ходячий просто... Отжарим. Ну, зря ты этот ПМ, отвечаю. Пампушечка. Все, сейчас мы ПМ будем уничтожать. Сейчас мы вас будем дробить просто. Так, есть. За текстуркой я в приоритете. Жирушка. Есть, готово. Так, 7 банок, надеюсь, ты на меня рыпаться не будешь. Так, я предлагаю робота замочить. Предлагаю робота замочить. Ладно, не хочешь, как хочешь. Так. На, блин, динамайк банки забрал. Я хотел забрать, ну ладно. Так, кто там? О, примат, надо примата мочить. Надо мочить примата. Ой, я так обожаю, когда за кем-то робот бежит. И ты при этом еще мочишь. Челика, так, хорошо, смотрите. О, тихо, тихо, вот это, блин, рикошет неплохо. Так, ну все. Так. Нет, только не я. Yes, фух, топ-1. Блин, тупо дым. Дым нанес урон. Плюс 7, мы вернули то, что слили в предыдущей катке. Едем дальше, слушайте, блин, а реально 500 кубков, у меня все шансы взять 500 кубков на этой карте. Давайте, ну я в этом выпуске сомневаюсь, уже ролик идет 10 минут, хотя в предыдущем выпуске, где я спрашивал, ребята, как вам насчет того, чтобы я пилил такие длинные ролики, все, да, холдик, круто, пили, почему нет, вот, поэтому я хз, может вам длинные ролики по душе, так, ну все, спасибо, ну это моя банка, давай моя это будет банка. Отлично. Вот этот Барли вообще по-пацански поступил.
Так, нет, тут мы дружить с тобой не будем, сорямба. Так, вот это мы, вот это... Нет, дружище, нам надо робота убивать, забей на Поку, давай робота мочить, блин! Ну нас же сейчас Леон настигнет. А вот и Леон. Короче, я буду Леона... Я Леона буду отпугивать, а... Ой, что-то походу беда. Походу беда, эта катка не идет. Хотя, смотрите, не, я думаю, выпутаемся сейчас. Я думаю, мы выпутаемся. И одну баночку, все, отлично. Нормально, я думал, это все, ГГ. Все, самое главное, аккуратно быть сейчас. Да-да, я так и знал, что там Леон. Не надо меня только добивать, мудила, не вздумай. Не вздумай меня добивать. Блин, Леон прям хочет... Динамайк, Динамайк, ты че, вообще придурок? Динамайк, ты че, блин? Не быкуй. 8 бойцов, что-то сложно. Надо с этим Леоном держаться вместе. Я с вами. Ой, Леоном, Барли. Так, я видел, там Леон сидит. Не, никого. Блин, блин, блинский. Сколько кубков? Минус 2, 7 умер. Эта катка не пошла. Эта катка не пошла, друзья. Ну ладно. Ладно. Давайте, короче. Давайте, короче, последнюю каточку. Короче, смотрите, я не знаю. Ну, однозначно в этом ролике это слишком долго еще. Так, я знаю, что там кто-то ресается. Давайте, если вы поставите... ну, до 10 тысяч лайков, если наберет этот ролик сразу, то я сегодня же постараюсь запушить Барли на 500 кубков. Сегодня второй ролик Барли на 500 кубков. Вот, замотивируйте, пожалуйста, лайками. Я буду сидеть задротить, пока не апну. Но опять же, ближе к 500 может что-то пойти не так. Я не знаю, я очень надеюсь, что у меня получится. Пока что я иду уверенно. Ой, надо убегать. Надо убегать. Нам тут антиперсонажи, это бар... эти... как их? Леоны. Все остальное, в принципе, не страшно. А вот Леон, это плохо. Так, Поко, Поко. Давайте заберем эту баночку. Почему она тут просто так стоит, да? Так, отлично. 9 бойцов. Мне надо ближе к братве сейчас. Барли, я к тебе иду. Я к тебе иду. Хочу быть вместе с тобой. А, Поко наш, да, с нами? Ну, по-моему, с нами. Ну, блин. Он может нас закрысить. Мне это не нравится. Я боюсь его, честно. Вот не доверяю я ему. Ладно, ладно, ладно. Воробушек, окей, будь с нами. Так. Так, 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 так. 9 бойцов еще. Чё ж, блин, никто не умирает? О, сейчас быка завалим. Ну, нормально. Быки это не леоны. Они не так страшны на этой карте. Они вообще... Я беспонтовая. Сидеть в кустах это уже прошлый век. Ну, серьезно, блин. Как меня бесят такие, которые играют в ШД на быках. И тупо сидят в кустах, ждут, когда на них кто-то поведется. Есть еще, ну, они могут словить. О, вот это. Так. Давайте их уже убивать, реально. У нас сколько преимуществ, и мы их не убиваем. Я чувствую, воробушек сейчас закрысит, пацаны. Ну, чувствую, ну, вангую. Давайте быка зажмем уже, ну, сколько можно. Все, минус бык. Надеюсь. Так. 7 банок на быке, отлично, давайте вот, ой, 10 уже, вот это давайте его жать, так, так, сюда, так, хорошо, и быка, быка, убивать быка надо. Ай-я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 й, ну блин, ну ты сука, а? Из-за того, что у него много банок, мог бы быть вторым. Короче, осталось 31 кубок. Надеюсь, что сегодня закончу наконец-то с Барли. На этой карте чуть повеселей. С роботами реально прикольно. Но надеюсь, что, блин, никто мне палки в колеса не будет вставлять. И Леонов будет как можно меньше подбираться. Поддерживайте. Ну и ждите сегодня Барли, надеюсь, на 500. Вот так вот, такими вот отрывочками мне так проще, чем вот так вот сразу за один видос херак и 500 кубков. Когда я пытаюсь за один видос сделать 500 кубков, я просто перегораю. Пытаюсь играть агрессивнее, быстрее и тем самым больше поражений. А когда вот размеренно, потихонечку, так проще, реально. Так проще, и вам тоже советую, не спешите.
апать несложно, если играть аккуратно. Я это только сейчас... Не, я это и понимаю, но только сейчас к этому пришел и делаю такие выводы. Спасибо вам за просмотр, ждите новый ролик. Надеюсь, что Бадли на 500 кубков в следующем выпуске будет. И жду вас сегодня вечером на стриме по ссылочке в описании. До новых встреч, друзья. Скоро увидимся. Пока.